Три золотых медали столько привезли со второй всероссийской зимней спартакиады инвалидов новосибирские спортсмены. Соревнования проходили в Ханты-Мансийске. В них приняли участие более 300 спортсменов из 30 регионов России, которые соревновались в хоккее, лыжных гонках, сноуборде и горных лыжах. Две медали высшей пробы в копилку Новосибирской области в соревнованиях лыжников среди инвалидов по зрению принес Денис Деканов. Он стал сильнейшим на 5-километровых дистанциях классическим и свободным ходом. Кроме того, сборная региона стала победителем хоккейного турнира среди глухих, установив при этом рекорд спартакиады по количеству заброшенных шайб.